Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры. И сегодня у меня новое видео для вас с вот такими бумажными сюрпризами. Я для вас сделала одну новинку, это Gravity Cats. И вот эти пакетики, у нас один из них сегодня пойдет на распаковочку. Давайте возьмем вот этот пакетик. Удивительный мир Гамбола, возьмем вот этот с таким персонажем и отложим. Мой шумный дом. Осталось два пакетика. Какой же выбрать? Давайте возьмем вот этот с оранжевой надписью. Далее наши принцессы. Возьмем, пожалуй, вот этот пакетик со стразиками. Посмотрите, какой он. Следующая тема – феи. Кстати, ребята, в этом видео в конце будет еще распаковочка посылки от Pretty Cathy. Так что оставайтесь до конца, будет очень интересно. Феи, давайте откроем вот этот пакетик. Коллекция змей, и у нас тут еще много пакетиков. Возьмем вот этот, желтенький. Остальные пока отложим до следующего видео. И котики вперед. У нас осталось три пакетика. Откроем вот этот. И вот у нас сколько пакетиков идут на сегодняшнюю распаковку. Вот так вот они выглядят. И начнем. Возьмем мой каталог. Кто еще не видел, вот так вот он выглядит, кто первый раз на нашем канале. Спасибо, что вы, кстати, заглянули и оставайтесь с нами. Я надеюсь, вам понравится. Итак, начнем сегодня. Давайте с коллекции фей. Я ее уже открыла и с нее и начнем. Так, феи у нас вот этот пакетик с звездочкой. Со звездочкой. Открываем. Вау, здесь лежит зубная фея. Вот такая вот красотка с зубиком. Под цифрой 1. У меня есть также видео, как делать стикеры и как я вообще делаю бумажные сюрпризы. Так что, кому интересно, можете искать это видео, если еще не смотрели, и тоже делать бумажные сюрпризы. Так же, как я. И наклейки. Вот такая картиночка получилась. И уже три феи у нас собрано. Следующая коллекция. Давайте змеи. В тот раз нам вот такая попалась. А сегодня в таком вот желтом пакете лежит вот такая вот змея. Выглядит вот так. И я надеюсь, вам понравится, как я ее изобразила. Здесь без номера, здесь просто по силуэту. Вот так. Продолжаем. Переходим к коллекции принцессы в виде вот таких анимешных персонажей. Тоже желтый пакет, просто мне из моих новых фломастеров вот этот больше всех понравился. Так. Что же здесь лежит? Это я так запечатала, что не откроешь теперь. Здесь вот такая принцесса. Если комментарии открыты, я очень надеюсь на это, так как в прошлом видео они были закрыты, то напишите мне, кто эта принцесса. Так, ну а мы ее наклеиваем на номер 5. Вот таким образом мы наклеили и продолжаем. Движемся сюда. Нет, здесь у нас новинка. Давайте ее на потом оставим. Кстати, тоже в желтом цвете. Давайте сейчас для начала, точнее для продолжения, с вами откроем котики вперед. Снова я ничего не сделала с этой надписью, так как, наверное, забыла.
И у нас такой пакет, в котором лежит какой-то сюрприз. Сейчас узнаем, какой. Вот такой сюрприз. Это мы с вами, по-моему, рисовали его на видео. И это Котя. Это один из главных персонажей. Под цифрой 1. Клеим вот сюда. Продолжаем. Следом у нас идет коллекция «Мой шумный дом». Вот так вот. Так, это пока уберем. Вот такая страничка у нас. И мы открываем пакет с вот таким логотипом. Это логотип мультика и логотип, который здесь тоже изображен. Нам попадается вот такой персонаж. Если комментарии открыты, напишите, как ее зовут. Такая вот прикольная девочка под номером 2. И осталось собрать одного персонажа, и коллекция будет готова. А теперь удивительный мир Гамбола. Здесь осталось 2 персонажа. И один из них мы откроем сегодня. Одного из них мы найдем в этом пакетике. Вот такой вот нам котик. Нет, это кошечка, наверное, попалась. Выглядящая вот так. Под номером 4. Клеим вот сюда. А здесь будет маленький персонаж, который, я надеюсь, поместится. Ну и последнее, что сегодня у нас будет из распаковки, это коллекция Gravity Cats. Это, как вы поняли, я изобразила здесь мультик Gravity Falls, но в форме котов будут персонажи. В общем, сейчас вы все узнаете. И нам попадается вот такой персонаж, такой вот желтый котик. И напишите, какому персонажу он соответствует, если есть доступ к комментариям. Под цифрой 3 клеим вот на эту, на это желтое пятнышко. И вот такой вот первый персонаж у нас получился. Теперь приветики. Ну а потом, конечно, распаковочка посылки. Поэтому не спешите уходить. Приветов сегодня мало, так как вы поняли уже, комментарии к прошлому видео были закрыты. А это приветики из сообщества и из прошлых видео. Вот. Передаю вам всем большой привет, спасибо, что смотрите нас и оставайтесь с нами. Ну а теперь распаковка посылки. Мне пришла посылка от канала Pretty Cathy. Спасибо тебе большое за эту посылочку. И сейчас мы вместе с вами давайте ее откроем. Я ее перевернула, чтобы не было видно данные. И сейчас посмотрим, что внутри. Ух ты! Посмотрите. Здесь вот такая анкета. Это для Викуси, наверное. Вот такой блокнотик. Классный, перевертыш. Викуси тут уже тоже полезла к нему. Класс, супер. Такой единорог прикольный. Вот я достала это все уже из коробочки. Давайте еще раз поближе посмотрим. Класс. Давайте посмотрим, как внутри выглядит блокнот. Вот такие здесь странички прикольные. И сзади вот так. И анкета тоже очень красивая. Посмотрите, какое тут изображение. И такая толстая обложка. Очень круто. Спасибо тебе большое. И внутри здесь еще кое-что красивое. Это, конечно же, бумажные сюрпризы, которые мы с вами будем открывать в моих видео. Посмотрите, какие классные тут
пакетики. И это еще не все. Еще куча наклеек. Две странички, два листика наклеек, вот таких вот стикеров прикольных, таких модных. Как раз для девочек. Чего тут только нет. Полюбуйтесь. Здесь такой кармашек на этой анкете. Это будет Викуси. Вау, тут еще и пружинка. Я сразу не заметила. Вот, можно здесь писать о себе информацию. А далее, вот еще здесь тоже всякие интересные 10 вещей, которые тебя никто не спрашивает. Вот, здесь такие кавайные, прикольные зверюшки нарисованы. Вау, класс! Место для твоих лучших моментов. Очень здорово. Всякие, да типа как дневничка, да. Различные факты. Вот 10 вещей, которые тебя никто не спрашивает. Мои любимые. Тут тоже надо заполнять. Круто. Это нужно давать друзьям, я так поняла, и они заполняют о себе. Это как у нас тоже в детстве такие были, но, конечно, попроще. А тут уж прям вообще супер. И еще много чего здесь интересного есть. Все надо читать, ознакомливаться. Вот, смотрите, лучший день подруг в твоей жизни. Класс. Много интересного, чего можно почитать. Вот. Очень здорово. Нам очень понравилось. Да, Викуся, тебе понравилось? Да. Спасибо тебе большое, Таня, за такой классный сюрприз. И жди от нас ответного подарочка. Спасибки. Ну, а на этом, ребята, всем пока. Спасибо, что были с нами. И подписывайтесь на наш канал. И на канал, кстати, Pretty Cat тоже будет ссылочка, конечно же, в описании. Обязательно подпишитесь. Очень классный канал. У нее очень красивые бумажные сюрпризы. Вот, наподобие таких. Все так ярко и красиво сделано. Ты молодец, классно тоже рисуешь. И желаю тебе удачи в развитии канала. Ну, а теперь всем пока!